все вместе. Так, ого, ручками помашем. Ваши аплодисменты. Честь, как говорится, лето здесь в клубной индустрии. А теперь мы, давайте мы возьмем небольшое интервью у Ани. Аня, что ты можешь сказать про наш город? Вот буквально несколько минут ты увидела за окошком нашего шикарного автомобиля, который мы тебе весь лет показала до твоей гостиницы. Что ты можешь сказать? Вот. На самом деле, я ничего толком не видела, потому что все было затонировано. Но завтра у меня обещали экскурсию. Так что, может, какой-то конкурс проведем, кто-нибудь присоединится к экскурсии. Вот если спросить у людей, какая экскурсия запланирована на завтра в ванну, все каждый второй скажут. Вот кто скажет, тому приз точно. Куда? Куда? Кто первый скажет, тому пузырь, короче. Но! А диджей кричит! Короче, пузырь, виски. Виски достается. Нет, Андрюша, если я тебе его подарю, то скажу, Колобанский это все спровоцировал, и мы его выпили вместе. Но! О, девушка кричит, малые карелы поедем. Беги сюда, беги сюда. О, это тебе. А дорогого там уже подсказали. Ууу, какие у тебя. Ладно, потом с тобой поговорим. Ваши аплодисменты, да, это вам маленький приз. Друзья, ну и, конечно же, по традиции всем гостям нашего клуба мы дарим еще одну маленькую сюрпризную карту. Итак, дамы и господа, я думаю, что, Аня, чтобы ты не только нас все запомнила, вот тебе подарочная вип-карта клуба «Небеса» на память тебе. Так что эта вип-карта дает право на бесплатный вход, а еще из Москвы кого-нибудь можешь привезти. Ты скажешь, поехали в Архангельск, позажигаем там такой веселый колбаски есть. Вот. Ну а теперь я думаю, что все твои желания сбылись. Задувай свечи. Эй, аплодисменты, друзья! Опа! Друзья, большое спасибо Анечке, что она посетила наш северный город. Мы будем ее ждать, и ваши аплодисменты. Эй! Вам все понравилось, друзья? Электрохаус живет в Архангельске. Итак, дамы и господа, мы прощаемся. Санечка, Анечка, большое спасибо. Я просто влюблен.